Комаров, Сергей, комаров вообще нету. Как неудивительно. Их нету. Я вот первый раз такой вижу за все годы, чтобы не было комаров. Куда они делись, непонятно. Может, из-за того, что сухо, не знаю. Нету. Ни одного. Вот сижу спокойно. В том году облепляли, как эти, как твари. Значит, по поводу того видео, в общем, которое я плыл по реке, продолжения не будет, потому что, ну да, водоемов нету, это точно. Продолжения не будет, потому что со мной там приключилась такая фигня, о которой даже стыдно или страшно, не знаю, говорить. Даже не знаю. Может, когда-нибудь расскажу, что приключилось. В общем, проплыть-то я проплыл 25 километров. Но вот потом был полный. Полный ПП. Вы, наверное, видели там в новостях, может, увидел, не знаю, про комаров. Да не, Мишук, секс не было. Ну, конечно, он мог бы быть, даже втроем, когда я первый раз не заночевал, а как в грозу попал. Там видно было, да, помните, я рассказывал? Там был парень с девчонкой, да? Да не в этом дело, вообще не в сексе дело, не в этом, нет. И не лодку я проколол. Вот эти комары, короче, я доплыл 25 километров, до точки. И мне нужно было перебраться через лес. Через лес, а потом уже там где-то 60 километров пешком я хотел идти. Помните, я рассказывал? В общем, я все, приплыл к берегу, лодку сдул, упаковался и зашел в этот лес. И там был полный пиздец, как говорится. Там комаров. Это было нечто. Вот показывали в новостях, перед тем, как я ехал, я видел это все. Комаров туча, море. Это просто нереально. Я никогда в жизни столько не видел комаров. Во-первых, комары, они летели во все щели мне. Они летели мне в рот, в горло, в нос, везде. Я шел через этот лес, я молился всем богам. Через этот лес. Во-первых, я нес эту лодку, ну ладно, это бог с ним. Лес. Я привык, что у меня лес, обычный лес, спокойный, да? То есть, я имею в виду по, ну, земля, ну, нет, ни бугров, ничего, да, ни гор, ни, да, как говорится, ну, вы поняли меня. А там американские горки, бляха, муха. Там идешь, то вверх поднимаешься. 90 градусов, блядь. То вниз. И комары, они летят. Они... Пшикалка вот эта, пшикалка, которую я купил. Я, не знаю, я самую дорогую купил пшикалку, там хуй знает какую. От клещей, от комаров, она вообще не помогала. У меня руки все в кровище. Лицо все в кровище. Я иду, они мне в рот залетают. Я уже чуть ли не бегом это бегу. Что-то эти сучьи, я не знаю. Я сейчас вспоминаю, это было это, вообще это как в фильме в каком-то, фильм ужасов. Они мне в какой-то момент залетали так в горло, что я рыгал. Я рыгал этими комарами этими. Это было нечто просто. В общем, я лошара это не посмотрел, карту. Карту. Там, оказывается, идти нужно было лес. 6 километров. А я, понимаете, 6. Карл, 6 километров. А время 7 часов вечера. Солнце садится, ну, где-то там, где-то в 9, около 9, да, ну, полдевятого, не знаю, да. Где-то так. Не помню уже. Я думаю, сейчас я быстренько перебегу этот лес. Не знаю, что он 6 километров. И выйду в населенный пункт. Там водичка, там это палаточку в поле разобью.
В общем, 6 километров я не смог, я просто дошел где-то 10% этого леса и упал. Упал и лежу в комаре, в кровище, в этом. Как сейчас вспомню. Я ору, ору, помогите, помогите. А там, знаете, там такая местность, там же это полный пипец. Это дикая местность. Там нету ничего, там ни людей, ни зверей. Ну, звери, наверное, есть какие-то. То есть меня бы нашли бы только это, по весне бы где-нибудь там. Всплыла где-нибудь тушка. Всплыла бы. Ну, в общем... Ну а дальше не буду рассказывать, дальше мои приключения закончилось. Ну ладно, хотя бы я проплыл эти 25 километров. Самое основное, то, что я запланировал. Ну не рассчитал, да, не рассчитал я этот лес. Буду теперь опыт появился. Как говорится, буду умнее. Что если ты идешь в плавание, то плыви. Пеший поход с лодкой это невозможен. Тем более в жару в такую, блин. Там жара была 30 градусов. Через лес. Какая лодка нахер? Надо было ее выкинуть, конечно, жалко. Все-таки денег стоит. Ну, в общем, меня комары сожрали. Кровь выпили. Такие вот пироги. Что-то все молчат, все, наверное, это самое. Все вау-вау-вау-вау-вау-ки, все. Как же так? Мишаня, супер-бродяга. Поели комары. Ну, там было реально, ребята, это было между жизнью и смертью. Я вам точно говорю. Там столько комаров вы никогда не видели. Сколько там было комаря. Там, когда спускаешься вниз, в низины, такие болотистые какие-то там места были, и они из этой травы, они тучами, просто тьма. В горло залетали, это пипец был. Ничего не помогало. Ох, слушайте, я уже в эфире 40 минут. 40 минут. 40 минут у меня треск какой-то продолжается из ротовой области. Я просто не вышел бы из этого леса живым. Что скажете? Так, костер надо дровами идти к черту. А то что-то бревна не горят.